Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Из трех кандидатур к моменту голосования осталось только две. Директор Дома физкультуры Арсен Галиханов, что называется, взял самоотвод. В итоге на кресло претендовали Рашид Давлетов и председатель комитета по управлению собственностью Рустам Уразаев. Так что и без того весьма условная конкуренция потеряла всякую интригу. Может, поэтому для начала не спеша избранникам решили вручить депутатские значки. Председателем конкурсной комиссии из шести человек назначили Алексея Касьянова, секретаря Межведомственного совета общественной безопасности республики. Он же озвучил критерии, по которым оценивали кандидатов – знание законов и опыт руководящей работы. Учитывая изложенное, комиссия приняла решение о представлении в Совет городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан к назначению на должность главы администрации городского округа город Нефтекамск по контракту по результатам конкурса кандидата Давлетова Рашида Мустафовича. За данное решение проголосовало 5 из 5 присутствующих на заседании членов комиссии. Квалификация Рустама Уразаева конкурсную комиссию, похоже, не столь впечатлила. Его поддержали лишь 3 из 5 человек. Слушая доклад председателя, Рашид Мустафович был, кажется, спокоен, несмотря на то, что решения о назначении принимались депутатами горсовета. И, видимо, не зря. Политическое чутье и опыт работы главой администрации его не подвели. Ставлю на голосование вопрос о назначении главы администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по контракту из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Кто за то, чтобы назначить Давлетова Рашида Мустафовича на должность главы администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан? Прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Поскольку единогласно проголосовали за назначение Давлетова Рашида Мустафовича, есть предложение голосование по второй кандидатуре не проводить. Депутатам была предоставлена честь выбирать главу от имени жителей Нефтекамска. И на то, чтобы решить, кто будет править городом следующие 2 года, у них ушло меньше 30 секунд. Руки подняли как по команде, включая и новичков в составе горсовета. Народные избранники, обещавшие своему электорату перемены к лучшему, единогласно проголосовали за то, чтобы все осталось как было. Ну а старый новый глава принимал поздравления. В победе не сомневался, чего и не скрывал. Этот срок был давно обозначен, поэтому 26 октября все ожидали, в том числе и я, готовился. Но наш город, он всегда как своеобразный город, свое мнение всегда имеет. Но в принципе, раз я согласился идти на второй срок, значит, я знал, что, на что иду. Потому что та начатая работа, которую в течение последних 2 лет мы проводили, там есть вопросы, которые надо продолжать. Слегка удивило главу, по его собственным словам, единодушная поддержка депутатов. А значит, он идет верным путем. На вопрос, а как, по его мнению, оценивают эту работу жители города, ответил просто. Жителям, ну что я призываю, относиться, как говорится, к этому спокойно, потому что все равно дойдет очередь и до ихнего двора, и до ихнего подъезда. Просто не накалять обстановку. Есть жители, которые разумно ко всему подходят, но есть, у которых, может быть, жизненная ситуация и так тяжелая, но и в то же время огрызаются на администрацию. Вопросы благоустройства, развития социальной сферы, культуры и спорта. У Нефтекамска есть реальная возможность войти в программу становления моногородов. Задач много, и все они масштабные. На то, чтобы учесть ошибки прошлого, у Рашида Мустафовича Давлетова теперь есть еще 2 года.